Знакомьтесь. Ну и как тебя зовут, мальчик? Миша. Скажи, сколько лет? Мне 12 лет. Почитай нам что-нибудь, знаешь стихи какие-то? Уронили Машу на пол и сломала Мишу лапу. Тише, Машенька, не плачь, у него тонут речки мочи. Тише, Машенька, не плачь, не утонет речки. Тише, Машенька, не плачь. Тише, Машенька, не плачь, не уронит речки мяч. А где твоя мама? Ну, там, в коридоре. Ну что ж, хорошо, Катя отведет тебя к маме. И вернись, пожалуйста, к нам в группу. Катя, ну ты где вообще его взяла? Ты сценарий читала? Хоть немножко надо соображать. Иди читай сценарий. Подбором главного героя теперь занимаюсь я. Я пойду домой пообедаю. Машину 3 часа ко мне. Поедем к дому. Почему такая дребедина важна в людях? Почему мы главного не видим в глазах, нас мудрые советы учат? Как видишь, из чужих слезах, но ничего не лечит человека, ни слова, ни объятий, ни успех. Как Рупин, он как ветка, звучит его надменный смех, и он-то знает, что никто понять или заметить в нем усталость. Как же легко принять себе свой. Что делаешь? Стихи читаю. Какие стихи? Свои. Не плачь. 3 часа поедем в детдом. Ну что там у тебя? Да ничего нового. Не получается. Мама предлагает взять ребенка. Чужих детей я воспитывать не буду. Обед на столе. Да. Хорошо, ухожу.
Здравствуйте, Рингер. Здравствуйте. Вот наш режиссер Роман Викторович. Очень приятно. Мы с вами договаривались прийти посмотреть ваших деток. Конечно. Они как раз сейчас рисуют. Прошу вас, проходите. Благодарю. Ну вот наши дети. Ребята, это кинорежиссер. Его зовут Роман Викторович. Он будет снимать художественный фильм, и сейчас мы с вами поговорим. Ну, не буду мешать. Спасибо. Сашенька, какой лагерь? Ты там никогда не был. Нет, был, я его видел там. Честно, правда.